3 августа вышли на демонтаж печи. Ну там печь-котел. Значит, примыкание трубы расположено на цемент или на печник, не знаю. На печник, наверное. Все бежит по трубе. Значит, пару слов о проходе меж этажей. В принципе, сделана распушка, все хорошо. Давай работай. Все нормально сделано, грамотно. По периметру асбест. Так, значит, мы там уже почти разобрали, сейчас уже переходим на первый этаж. Значит, разобрали, вот мы сняли плиту, была плита железная, ее, конечно, все покоробило, вывело и повело кладку. Значит, котел прогорел, заказчик сразу сказал, котел прогорел, нужно менять. Тут видно. Слишком вот этот